Пожалуйста. Да. Ну. Это Дмитрий Кемерфильд. Сюрприз? Сюрприз. Дмитрий Кемерфильд, который, в общем-то, должен быть, наверное, вести в концерт немного лучше. Он тоже участник всех тусовок для независимости. Я на самом... Для меня лично это вообще человек-легенда, мы из Киева. Я еще не знал Диму, но это было в Киеве, это было легенда. Был счастлив с ним познакомиться, а потом почему-то случайно оказались вместе в Израиле. Сегодня я хотел рассказать историю о том, как мы с Бярским придумали проект, который называется «Иерусалимский альбом», и мы решили записать, ну, как нам казалось, самых интересных авторов, среди которых были Евгений Александрович Ким, Марина Меломед, и даже первая песня Миши Фельдмана, совершенно потрясающая, которую мы до сих пор вспоминаем и поем, она появилась именно на этом альбоме. Но мы хотели этот альбом представить как-то так необычно, чтобы это не было в улице Гринберге, и мы поехали с Бярским в лес. Ну, леса у нас известны, какие замечательные, в дебри. Это было недалеко от Шаар-Агай, и мы нашли такое местечко, полянку, где мы придумали, вот так будут сидеть люди. Единственное, что нам не хватало, это, конечно, микрофон. Но и тут Бярский придумал, значит, там нашел какую-то знакомую, которая сказала, там есть андарта, то есть некий знак, и там есть тайное подсоединение к электричеству. Ну, слава Богу, нам не понадобилось электричество, потому что людей собралось на первый концерт не так много. Но с тех пор вот уже почти больше 30 лет туда ездят люди, которые его вспоминают и поют. Мариночка, что ты хотела? Что бы Игорь хотел? Игорь бы хотел... Давай. Иерусалим. 10 мер красоты отпустил Господь этому миру. И 9 из них пришлись на Иерусалим. Экклезиаст. Написано 3000 лет. В этот город идут налегке, помня только про имя и племя. Этот город стоит на реке, но река называется время. Время жить и время умирать, камни разбрасывать и камни собирать. Время любить и время забывать, время горевать, время пировать, время воевать. Синевой он на вылет пробит, белым камнем, как птица, помечен. А над городом ангел трубит, и трубу его слышно далече. Он зовет и зовет нас сюда, ложит сердце и душу тревожит. Хоть до смерти кричи никогда, но тебе ничего не поможет, потому что время жить и время умирать, камни разбрасывать и камни собирать, время любить и время забывать, время горевать, время пировать, время воевать. И добиться его тишины, и пройти мимо улиц и башен. А когда отойдешь от стены, может, кто-то крылом и помашет, и скажет: время жить и время умирать,
сбрасывать и камни собирать. Время любить и время забывать, время горевать, время даровать, время воевать. Время воевать, время воевать. А, Боже, Боже. Недавно, это было совсем недавно, Игорь позвонил и сказал, что он хочет поехать в Киев, а потом в разные другие, то есть, честно говоря, города, где прошла его молодость. И очень часто, когда мы собирались в замечательной компании, и у него на старой квартире, а мы вставляли еврейские, идишистские словечки. Тут сидит Белл Лучанин, который мой учитель. И он перевел эту песню замечательно. А песня называется «Kinder Jahre», но написана она на русском языке. «Детские годы». Музыка Михаила Шпабера, который был музыкальным руководителем шоу-группы «Фрейлекс». Вот недавно совсем в газете появилась очень интересная информация о том, что столько-то, по-моему, уже 40 лет прошло со времени выпуска спектакля «Тевье молочник», в котором главную роль играл Михаил Ульянов. Помните, кто помнит? И вот тайна этого фильма была в том, что там был написан композитор Николай Николаевич Каретников, были написаны самые разные другие фамилии, но песни там пелись на мои стихи, где я проходил как Дмитрий Муравьев, автор текста народных песен. А Михаил Юрьевич Папер, ну, сказали, ну выбери какую-нибудь фамилию. Он сказал, ну хорошо, я буду Юрин. Вот после фильма был банкет, как это приходит в артистов, бывает это, случается. И на этот банкет собрались все звезды, ну, Михаил Александрович, естественно, там во главе, все артисты, которые играли в «Тевье молочник», вдруг начали рассказывать свои настоящие биографии. Волчек сказал, что она, да, она тоже еврейка. Потом Иванов сказал, что он не Иванов. И так по кругу, пока не дошло дело до Наума Олева, который сидел рядом со мной, и он мне толкнул так локтем и говорит, ну я Олег, потому что у меня мама Оля, а ты Муравьев, наверное, потому что у тебя мама Мура. И я понял, что никогда никто никуда не скрывается, если так повелось Киндер-Йорн. Где же тихие улочки, кроны душистые, мост у ручья, мамины кнедлыки, сладкие булочки, время пушистое, юность моя, клавиши, спойте, подай. Время пушистое, юность моя. Крылья мне, легкие светлые, перелетел я в эти края. Спел бы я бабушке песни заветные, чтобы заслушалась юность моя. Клавиши, спойте одавишню, чтобы заслушалась юность моя. Дни мотыльков, сны васильковые, к вам возвращаюсь, слез не боя. Тихие улочки,
клавиши мигала, спойте о дальнем, мама и бабушка, в юность моя. Бой, 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 мама и бабушка, юность моя. Я вам говорю, что это человек-студент. И Марина тоже.